Хочешь увидеть эти гаджеты в обзоре? Тогда смотри до конца и не забудь поставить лайк, если понравилось видео. Погнали смотреть! Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим гаджеты для вашего авто, которые мне понравились и кажутся полезными для любого автовладельца. Буду благодарен, если поставите лайк за мою работу и подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Долго затягивать не буду, давайте смотреть. Поехали! Начнет у нас сегодняшнюю подборку вот такой пистолет с пенообразователем. Он является собой простой в использовании инструмент для мытья любого транспортного средства. Пенная пушка приводится в действие за счет низкого давления садового или поливочного шланга 3,5 бар и создает при этом супермыльную пену, которая помогает удалить грязь, дорожную пыль, загрязнение с кузова автомобиля. Инновационный пенообразователь был создан для мойки с высоким уровнем производительности. Все очень просто. Достаточно добавить несколько столовых ложек вашего любимого автошампуня, чтобы создать пену для мытья автомобиля. Пенообразователь сокращает время на мойку автомобилей, мотоциклов, грузовиков, лодок и любой другой техники. Очищающая пена, созданная пенообразователем, легко удаляет мусор, грязь, дорожную пыль и прочие загрязнения, снижая шансы повредить или поцарапать лакокрасочное покрытие. Bluetooth-гарнитура на магните предназначена для соединения вашего телефона или любого другого устройства, проигрывающего музыку по Bluetooth через AUX. Проще говоря, на устройстве, проигрывающем музыкальный файл, должна быть функция Bluetooth, а в воспроизводящем устройстве должен быть вход AUX. Наиболее востребованным адаптер будет у автомобилистов. Если у вас в машине стоит магнитола без возможности соединения со смартфоном по Bluetooth, но есть AUX-вход, то это устройство как раз для вас. Также благодаря встроенному микрофону адаптер можно использовать как громкую связь. При этом ваш голос будет передаваться собеседнику через микрофон устройства, а его голос вы будете слышать в своей автомобильной аудиосистеме. Цифровой анализатор аккумулятора предназначен для диагностики всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов различного назначения. Автомобильные, стартерные, тяговые и промышленные. Диагностика стартерных батарей как на транспортном средстве, без отсоединения, так и отдельно. Функции. Быстрая диагностика всех типов свинцово-кислотных АКБ, диагностика АКБ на транспортном средстве, диагностика АКБ вне транспортного средства, диагностика АКБ исходя из номинального пускового тока, вычисление СОХ, общее состояние здоровья емкости АКБ, вычисление СОХ, общее состояние заряда, измерение пускового тока АКБ, измерение текущего напряжения АКБ, измерение уровня заряда АКБ, измерение внутреннего сопротивления АКБ, диагностика системы заряда АКБ, генератор контроля разряда, диагностика работы АКБ при запуске двигателя, информатирование о наличии в АКБ неработоспособных банок, информатирование о необходимости замены АКБ, работа со всеми стандартами стартерных АКБ, питание тестера от диагностируемой АКБ, многоязычный интерфейс, в том числе и русский, и защита от переплюсовки. Стробоскопы предназначены для обозначения спецтранспортного средства. Также есть возможность установки под радиаторную решетку спецавтомобиля, электропитание от бортовой сети автомобиля. Возможно совместное использование вместе с СГУ и ВИП-сигналами. Проблесковый стробоскоп обычно предназначается для установки на специальные автомобили. Довольно часто его используют для того, чтобы сделать свои автомобили наиболее заметными среди других. Это позволяет пропускать их без очереди. Это очень важно, так как обычно эти автомобили спешат на помощь людям. Именно благодаря стробоскопам автомобиль становится более заметным. Они обладают рядом цветовых гамм – синий, красно-синий и желтый, оранжевый. Автомобильный толщиномер позволяет производить необходимые замеры как на металле, так и на деталях с алюминия, что делает портативный прибор незаменимым и универсальным средством для проведения замеров толщины лакокрасочного покрытия автомобиля. Отлично подходит для измерения толщины ЛКП автомобиля, а также с легкостью позволяет определить, есть ли в том или ином месте шпаклевка или другие материалы под лакокрасочным покрытием. Тестер работает на поверхностях из стали, оцинкованной стали и алюминия. Диапазон измерения от 0 до 2 мм или от 0 до 2000 микрон. Современные методы обработки цифрового сигнала, передовые схематические решения и немалый инженерный опыт позволили создать компактный портативный прибор по доступной цене с отличными характеристиками. Буксировочный трос
В арсенале каждого автомобилиста непременно должен быть буксировочный трос, ведь на дороге случается что угодно. Например, машина может увязнуть в грязи или внезапно возникнуть непредвиденная поломка. Может заглохнуть мотор или несвоевременно закончится бензин, когда до ближайшей автозаправки еще совсем далеко. От подобных ситуаций никто не застрахован, и в них выручат буксировочные тросы для автомобилей. Плоская лента буксировочного троса обеспечивает легкость и компактность. Длина ремня 6 метров. Способ крепления – петля без карабина. Нагрузка троса 3 тонны. Она должна быть в 1,5-2 раза больше массы автомобиля. В любом случае, выбирая трос для своего авто, необходимо помнить, что перестраховаться – это всегда безопасней и надежней. Уникальная ручка для коробки передач. Если вы любитель уникальных и интересных автоаксессуаров, тогда предлагаю вам вот такой предмет для внутреннего декора. Это необычная ручка в виде черепа на рычагах переключателя скоростей. Такая ручка-черепок на КПП в салоне вашего автомобиля бесспорно не останется равнодушной и незамеченной вашими друзьями или просто пассажирами. Помимо своего привлекательного внешнего вида, ручка еще и очень удобно сидит в руке, а переключать передачи станет одно удовольствие. Уникальная рукоятка в виде черепа черного цвета изготовлена из качественных и износостойких материалов. Она универсальна и очень проста в установке. Компактный алкотестер пригодится вам в повседневной жизни. Например, после вчерашнего застолья вы можете самостоятельно проверить, готовы ли вы сегодня сесть за руль или придется еще подождать. Это оригинальный и полезный прибор для каждого водителя. Содержание алкоголя в крови принято определять в промилле. 0,5 промилле означает, что на 1 литр содержащейся в организме жидкости приходится 0,5 грамма алкоголя или на 100 миллиграмм 50 миллиграмм алкоголя. Согласно требованиям, содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,2 промилле. Алкотестер с подсветкой экрана и звуковым извещателем с насадками для выдыхаемого воздуха. Переходник для установки датчика температуры охлаждающей жидкости устанавливается в разрыв шланга системы охлаждения автомобиля. В адаптер вкручивается датчик, входящий в комплект к указателю температуры охлаждающей жидкости. При установке не забудьте нанести анаэробный герметик на резьбовое соединение датчика и адаптера, а также соединить алюминиевый адаптер с массой автомобиля. Диаметр адаптера должен соответствовать внутреннему диаметру шланга автомобиля, в который планируется его установка. У данного продавца можно заказать адаптеры диаметром от 26 до 40 мм. Многофункциональный держатель для всякого разного. Совмещает в себе сразу несколько держателей для разной мелочевки в салоне вашего авто. Горячий чай, кофе и другие напитки будут надежно закреплены в держателе. Но кроме этого вы можете закрепить свой гаджет, очки или хранить банковские карточки, дисконтные карточки, ключи и монеты или другие небольшие предметы, которые будут у вас под рукой. Очень компактный и удобный в использовании. У него современный вид. Подходит абсолютно для всех моделей автомобилей. Необычный автомобильный компрессор является неотъемлемой вещью в транспортном средстве. Именно он поможет избежать случайных пробитий или спустившего колеса. Компрессор имеет способность нагнетать 35 литров в минуту, что позволит без проблем поднять давление в шинах до необходимого уровня. Также компрессор с двумя поршнями оснащен аналоговым манометром. Ориентируясь на его показания, вы с легкостью сможете поднять давление до рекомендуемого. При своих достоинствах и по сравнению с другими автокомпрессорами имеет относительно небольшую стоимость, поэтому покупку может позволить себе почти каждый автолюбитель. Автомобильный пылесос. Конструкция автопылесоса относится к типу старых, проверенных бытовых пылесосов, которые позволяли подключать шланг не только для всасывания, но и для выдувания воздуха. Для использования пылесоса по прямому назначению для всасывания воздуха шланг подключается в нижнее отверстие, расположенное на крышке. Для использования пылесоса для накачки чего-либо шланг необходимо подключать к выпускному отверстию, расположенному сверху. В комплекте три насадки и щетка. Гибкий шланг имеет длину 100 см. Пылесос можно использовать для всасывания пыли и грязи и накачивания чего-либо. Автогамак. Очень удобное приспособление для перевозки собаки в автомобиле или других животных. Он представляет собой плотный износостойкий чехол, который можно закреплять как в багажнике, так и на заднем и переднем сиденьях автомобиля. Автогамак изготовлен из непромокаемой ткани, к которой не прилипает шерсть. Такой материал легко моется и быстро высыхает. Автогамак удобно крепится за подголовник и таким образом не мешает ни пассажиру, ни водителю.
солнцезащитный антибликовый козырек. С помощью такого гаджета облегчается вождение автомобиля как в дневное, так и в ночное время суток. Особенно он станет незаменимым помощником водителям, которые управляют автомобилем в очках и контактных линзах. Козырек блокирует встречный свет фар автомобиля до 72%, а ультрафиолетовое излучение до 80%, при этом не доставляя водителю визуального дискомфорта и иных помех для обзора во время движения. С использованием антибликового козырька пропадает усталость и слезоточивость, напряжение и сухость глаз. Подушка-массажер прекрасно подойдет людям, которые проводят большую часть времени за рулем автомобиля или компьютером. Массаж – это отличное средство профилактики множества заболеваний позвоночника, который позволяет избавиться от накопившейся усталости. Подушка поможет снять напряжение, делая долгое путешествие не только приятным, но и полезным. Эффективный массаж, который осуществляет подушка, улучшает кровообращение, наполняя клетки кислородом. Работает такой гаджет от прикуривателя. Спасибо за просмотр этого ролика. У меня на канале есть много видео на различные тематики, начиная от товаров для охоты и выживания, электроники и инструментов, и заканчивая товарами для дома и рыбалки. Уверен, вы найдете много чего полезного, так что рекомендую подписаться, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрите. Всем пока!